А, вот она, ага, такой же, да. А how much is this, this one? Сколько? 15 тысяч. А мы за сколько покупали? За 20 чем дешевле получается. Да. 15. А вот, кстати, эти. О! Он не идет. Сколько он стоит? 68 рингит у меня хватает. Можно сейчас купить и потом тебе дома отдать деньги? 68 рингит кепка. Тебе именно вот это хочется? Да, она очень мне идет. Таня, ты тоже на метро не ездила? Я посмотрела у Ильдара, то, что вот эти штучки нам понадобятся на выходе. Сейчас главное правильно в сторону сесть. Метро в Куала-Лумпуре. У них до того, как поезд подъедет, у них пути закрыты. Такие вот автоматические двери. Она? Да. Оба. Ты куда? Рванул. Вот наш. Все, ворота. Частично метро также проходит по улице. Ага, вот он вокзал, видишь? А он железнодорожная, это фигня какая. KL Central. Station Sambungan ke MRT Laluan Sungai Buloh Kacang. Laluan Monorail KL, KTS, 3BRL. Next station, KL Central. А здесь просто, здесь нет этой загородки. Картошка, много разных видов. Вот это нормальная картошка, дешевая. Ну, то есть она стоит именно как у нас. И так вкусная, нормальная картошка. А тут есть всякие силки, тут что только нет. Ну, это обычный супермаркет такой, не навороченный. Тут рядышком, в централе. Вот говядинка у них тут уже порезанная. Что, вот этот кусочек возьмем? Что он какой-то? Че? Стоит, 47,90 за килограмм. Ну, бери тот. Бери тот. Пожалуйста. Клади уже. Кстати, вот курочка у нас сколько? 18 рингит килограмм. Не без синего. Ванька синий вот не ест. Вот это тоже не надо. Я такой не ем. Да, такой ты не ешь, да? Вот, просто. А мне холодно. Green Coral. Солонова. Сыры тут какие-то по 130 рингит килограмм. 70. Решили вопрос с дешевым хлебом, потому что хлеб стоил 180 рублей за булку. Нашли вот этот вот. У нас он наоборот дорогой, а здесь он нормально стоит. Хороший хлеб. Такой. 3,30 за вот эту пачку, тут, наверное, килограмм хлеба. Это примерно 3,30. Что это? Ну, примерно 50 рублей. Пить. Вроде стоп, тоже. Ты. Ну, ничего. 55, да? Что получается? 75 рублей вот эта коробочка. Может еще эти возьмем? Подрежешь мне? Я нет. Что-то как-то дорого. Нет. Пойдем. Вот так.
помню, так здесь кассы на супермаркете. Такие не автоматизированные, никакого специального оборудования нет, ничего. Обычный стол, стоят люди. Причем это достаточно большой супермаркет. Cash money? Yes, cash.